на сайте большого правительства я прочитал статью Вячеслава Правдинского о дизайне. Он высказал мнение о дизайне в регионе, на что я ему ответил своим мнением, которое, наверное, было противоположным, по моему опыту. И у нас завязалась дискуссия, мы познакомились, подружились, и он предложил привести несколько ребят в Кострому, чтобы поговорить, обсудить этот вопрос. Да? Но так получилось, сложилось. Во многом здесь много моих друзей, из тех, кто выступает. То есть получилось привести практически все основное комьюнити творческое, столичное. Вот данное мероприятие как раз это пример, когда собственно горожан устроило мероприятие. То есть мы на проведение этого мероприятия не тратим почти ни копейки. Соответственно, я позвонил своим знакомым костромским людям, друзьям. Кто-то нам помог с полиграфией, кто-то, например, сюда пустил в это место, кто-то информационную сделал поддержку, кто-то нарисовал плакаты, кто-то там пригласил людей, кто-то и себя разместил, покормил. В итоге получается целое мероприятие. Вообще, считаю, что это очень прекрасно, что такие мероприятия вообще проводятся, потому что даже если ты не дизайнер, как я, например, то есть просто это реальная мотивация, очень большая мотивация на что-то новое. То есть, если да, я никогда не пробовал себя в дизайне, например, да, или кто-нибудь скажет, что он не пробовал себя в дизайне, и вот сейчас вот он может решить, а вдруг, а чтобы нет. Мне реально понравился формат. Мне очень нравится идея проводить подобные вещи в таких среднеразмерных городах вокруг Москвы. При этом, насколько понимаю, что ребята ведь не платят за это. Вот, это просто замечательно, когда это дает возможность просто людям как-то просто посетить это. Я знаю, что вот такой толпы на МФР не бывает. К сожалению, к моему, возможно, здесь есть достаточно большой провал, как выяснилось сегодня, в образовании дизайнеров и самих дизайнеров. Очень мало, катастрофически. Соответственно, имеет смысл, есть одновременный провал и есть одновременный потенциал для того, чтобы появились такие люди, появились такие мероприятия, которых, наверное, в мире очень много, а в России пока уникальное мероприятие впервые в жизни прошло в Костроме. У всех разные цели здесь присутствие. Кто-то хочет просто с нами пообщаться друг с другом, для кого-то это приключение, кто-то, в моем случае личном, я вижу, как ребята в регионах себя принижают, хотя поводов для этого не существует. Расти сейчас можно в любом городе, потому что есть интернет, и интернет абсолютно стирает границы. Такое мероприятие – это как раз пример, когда городское сообщество, не безличных граждан, решило провести само для себя вот такое вот мероприятие. Вот такой должен быть дизайнер. Он должен все схватывать на лету, такой чушь.